уважаемые коллеги, представляем новую, модернизированную версию быстросборного шелтера Solar SP-MK2 с отдельно разработанной плотной накидкой. У шатра быстросборный дизайн каркаса для простоты и быстроты установки на малой площади. Удобные передние и задние входные двери, при этом можно выбрать нужную вам конфигурацию двери по погодным условиям. Над передней дверью палатки специальный козырек. SP-MK2 изготовлен из фирменного водонепроницаемого материала SolarTex. В комплектацию обновленного шатра входит прочный и износостойкий пол на липучках. Благодаря квадратному основанию вы можете использовать максимум свободного рабочего пространства внутри укрытия. По бокам шатра штормовые растяжки, которые аккуратно складываются в карманы. На куполе специальная крепежная скоба для фиксации накидки. На своде палатки новое двухслойное вентиляционное окно, которое можно расстегнуть и застегнуть, находясь внутри. В задней части укрытия карманы для хранения небольших личных вещей. Шатер оборудован двумя ремнями на липучках для фиксации удилищ. Накидка на палатку не идет в комплекте и приобретается отдельно. В комплектацию накидки входит дополнительная крепежная скоба, которая позволяет использовать ее на шатрах SP первого поколения. Также в комплект к накидке входит поддерживающая поперечина, которая вставляется в одно из отверстий крепежной скобы. Использование накидки существенно увеличивает крытое пространство перед входом. На накидке есть 4 ремня для фиксации удилищ. Размеры укрытия 250 см в длину и ширину, 170 см в высоту. Спрашивайте продукцию Solar, как и всегда, у официального представителя в России компании CarpTime. Время ловить карпа.